Дорогие калужане, очень хочется вам сообщить о том, что в городе происходит цепь очень странных, но очень закономерных событий. Идет массовое истребление, можно сказать, нашей экологии, наших красивых старых деревьев. 21 июня были незаконно, совершенно варварски уничтожены три реликтовых голубых ели по адресу Ленина, 38. Многие, кто это видел, люди пытались остановить. На сегодняшний день мы смогли запустить этот процесс. Мы обратили внимание соответствующих органов на произошедшее. Мы сделали запрос в прокуратуру, федеральные органы. Будем ждать результатов. Хочется обратить ваше внимание еще на то, что если вдруг вы оказались свидетелем подобного неправового действия, пожалуйста, фиксируйте. На сегодняшний день у всех в руках есть сотовые телефоны. Фиксируйте все до мельчайших подробностей. Потом это очень пригодится. Это хроника нашего города, хроника вот нашей сегодняшней беды.